Jingle bells, jingle bells, dun da dun da dun. Do-d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 o
has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Hail to the king, baby. Нахуй она нужна? Не знаю. О! Топич. В этот раз что, никто не дропнулся сюда или что? Вижу, один тиммейт бегает. Да пей! Нет, я их понял. Бичи, блядь. На болоте, интересно, есть кто-то? Да Дибик какой-то хуйней занимается, видите? Он просто бегает и ломает стены. Это мои тиммейты. Это... Типично. Типично для моей игры. Мои тиммейты. Бегают, ломают стены зачем-то. Сказочный долбоёб. Знаете, я сейчас себя каким-то Бэтменом ощущаю. Когда вот Бэтмен, когда типа падал там в этих фильмах там и так далее... Он тоже с таким со свистящим звуком таким летел. И вот ты теперь тоже падаешь, такой типа... Фу, вниз. Заебись. Зачем? А, непонятно. И-ха. Они не пофиксили, они сделали выше приоритет. То есть, по идее, теперь двери намного чаще должны прогружаться первыми. В этом смысл. Не в том, что они полностью убрали этот баг. Я так понимаю, они не могут просто взять и убрать его. Гранаты — это хорошо. Ну, понимаете, здесь у вас изначально уже выиграна или проиграна игра. То есть вы не можете взять и убить, там, допустим, всех. И, допустим, вот получается так, что в моей команде больше людей, которые нихуя не сделали, нихуя не способны делать, чисто технически. Мои три тиммейта умерли в самом начале, вообще не сделав нихуя. Вопрос. Где матчмейкинг, ёб твою мать? Я надеюсь пару фрагов сделать, как бы, и умереть, нахуй. Мои боги улыбаются мне, имперец. А твои улыбаются тебе? Baby. О. А где не отключаются сервера? То есть в большинстве мой RPG отключается, в PUBG отключается. Я нихуя что-то понять этого не могу. В чем приёб-то? В чем доёб то, что сервера отключаются? Да, есть проблемосы. А хули вы хотели? В игру не вкладывают миллионы денег с нихуя, как это делается в PUBG. И при этом работа идет, ее видно. То есть я вижу, какой игра стала и какой она была, допустим. Да, у них есть какие-то косяки, особенно, блядь, с введением каких-то фишек, которые как бы должны влиять на геймплей, и при этом они дико проебываются с ними. Так, ну у нас тут 6 человек. 6 из 14. Ну, пизда. Типа, нам по-хорошему надо собраться. Сейчас пацанам скину арморчик там.
Прикольно, зато может снять. Бухаешь? Рад за тебя, блядь. На самом деле нет. Нет. Ну да, он снял куст. Но это нормально на самом деле, мне он не нравится. С кривыми руками откуда угодно стоять неудобно, куст тема, ну да. Для долбоебов, блядь. В игре огромное количество вещей, которые можно использовать для того, чтобы стрелять из-за них, а вот от челу заебись из куста стрелять. То есть я не знаю, насколько нужно считать своих противников дебилами, чтобы действительно юзать куст и при этом не бояться там, допустим. То есть я не считаю своих противников настолько ебанутыми, что они не поймут, откуда в них стреляют, не услышат, откуда в них стреляют и так далее. Там вон чел наверху бегает. Блять, что это за хуй? Там чел где-то строится.
Ебать, я выиграл! То есть вы не можете взять и убить, там, допустим, всех. Долго очередь на вход стоял, я давно зашел. Я зашел часа два назад в игру. Я просто работу дорабатывал, у меня еще башка болит немного после пьянки, так скажем. Ну, какая-то пьянка, я выпил всего 4 пива. Но пиво достаточно хуевое, поэтому у меня даже голова заболела. Видос с разбором игры будет потом. Мы бы сейчас с Ванессом поиграли, если были режимы подключены другие. Но, к сожалению, других режимов нет. Блять, вот я... Вот как это назвать? Что это за хуйня? Почему у меня ебало не влазит? А как этот петух там оказался? Там еще один. Блять, банка. Пули не попадали ни хера. Надо было ПКМ нормально зажать. Вот заметьте, насколько сильно влияет ПКМ в игре. Старайтесь зажимать. Так, а что у нас здесь? Бинтики-то будут? Бинты, аптечка. А, прикольно. Тот петух успел выпить. Привет. Здорово. Как дела? Нарал так. На провайдера. Когда да там не... Там не было смысла орать, на блять, у него дробовик, а у меня хуй в кармане. И вот где он? Чуть не обосрался. Это чел спрятался. Серьезно? Это вот этим он занимался, да? Гений. Он получил по башке, короче, вместо того, чтобы отбежать и попробовать найти, чем отличиться. Чел сидел все это время, а потом начал ползти вперед. Типа, чё? Время так потратил моё, петух. Сейчас, короче, без зажима Unreal нажимать эту. Ну, без зажима, короче, Unreal по точкам бить быстро. Раньше можно было быстро бить по точкам. То есть ты, допустим,
Тебе не обязательно было зажимать, как вот я делаю. Ты мог нажать, потом раз, еще. Блять, погоди. Я не понимаю, как это работает. Вот, вот сейчас не сработал, допустим, второй клик. Я не знаю. Что-то через раз клики срабатывают. Причем это как бы это не в мышке дело. Мышка нормальная. Чё, почему я ебало не влазит в монитор? Дурдом ебучий. У тебя побед? Чувак, у тебя на экране написано, сколько у меня побед. Картинка растянута. Она не растянута, это этот. Сейчас, погодите. Попробую кое-что другое сделать. По-моему, разрешение вебки стало. Ты же пьяный, я не пьяный. Чуваки, меня пиво отпустило еще в момент, когда я сидел на, ну, стоял на остановке. Я выпил, блядь, 4 пива, 2 литра. Сильно большое лицо не ел. Я не могу, блядь, сделать по-другому сейчас. Причем сильно большое лицо. Я не ебу, у меня другое. Я пока настройки камеры не трогал, чтобы цвет проверить. Все нормально было. Сейчас я в итоге в упор, блядь, почему-то. Сколько у тебя времени? Не знаю, часа, час, наверное, ночь. Че, хуйня, сейчас не можешь пати зайти, потому что отключен режим. На данный момент все режимы, кроме соло, отключены. Как мне плюс 100-500? В 2017 году плюс 100-500. Серьезно. Норм с еблом, не парься. Оно не влазит, понимаешь? Раньше по-другому было. Меня это бесит. Что ебало не влазит. То есть у меня картинка в начале стрима была другая. До того, как я зачекал. То... Зачекал свет. То есть у меня лампочки вкручены теперь. Нормально. Ну, нормальное количество лампочек. Хотел проверить, типа, будет у меня ебало с фиолетовым или нет. То есть в каком-то положении она нормально воспринимает. А в каких-то нет. Из-за этого как бы, ну... Такое себе дело. У меня кореш раздавал через iPhone, через Wi-Fi раздавал и играл. Чуваки, во-первых, у меня старый телефон. Во-вторых, он сам по себе инет у меня там хуёвый, ешечка. И другой он не ловит. Вот и все. У меня старая четверка, iPhone. И, в принципе, я никогда инет не использовал на телефоне. То есть я не выхожу на улицу настолько много, чтобы таскать, ну, чтобы оплачивать себе инет на телефоне. Не вижу в этом смысла. Ты не видишь? Чувак, у меня интернет отключили, я не играл. За всех нас ебашил Ванес. Ванес выиграл 2 раза. За что ему охуенный респект. Мы сегодня с ним пиво пили. Ну как пили, он пожрать пришел, блядь, в бар. Мы охуели. Я звук, что ли, забыл потише музыки сделать? Как-то громко. Я ебал, сейчас вообще отключу, наверное, после катки. Либо мы понастраиваем немножко. Что, ну, это бред, типа, оно не должно быть так близко. Я не понимаю, почему. Так близко. Найс. Здесь где-то еще один чел. Это пиздец, этому челу залетело, конечно. Он мне дал хэд, а я при этом по нему веду практически в упор и не могу попасть. Но это бред ебаный.
Там кто-то открыл этот ящик. Он типа просто побежал, хотите сказать? А, вон он. А, прикольно. Прикольно. В смысле, в скуат решили сыграть, и так получилось, что у одного 13 киллов, 16 и так далее. А, так это нормально. Это нормально, чуваки. Тебя понял. Это как раз таки тот дурачок был, к слову. Это, блядь, бред ебаный. Ебаная винтовка. В рот ее ебал. Дыркарей. Вот типа, допустим, сейчас спрей нормально взлетел. Не попал, сука. Я думал, сейчас смогу его убить. Я сейчас отойду, короче, после этой игры. Не очень понял его мув, конечно, я. Ой, бля! Я дебик, что сделал? Пизда. Что сделал вообще, хуй пойми? А вон последний чел.
считаешь ли ты себя лучшим игроком в Fortnite? Чувак, когда ты считаешь себя лучшим во что-либо, ты перестаешь развиваться. Нельзя быть лучшим практически. Ну, практически ни в одном деле невозможно быть лучшим. Всегда найдется азиат, который играет лучше тебя. Я и есть этот азиат.